Всем привет! Еще раз, ребята, идем снимать сок. Вчера, который поставили, на улице дождь, первый летний дождь с громом, с молнией. Опа, у нас баночка валяется, что ли? Банка валяется, упала. Половинка там налита. Почему так? А потому что мы ее не подвязали с тобой. Вот это полная набралась. Ну ладно, перельем. Видишь, упала. Мы ее с тобой не облокотили. Она идет хоть там? Не, уже не идет. Ну ладно. Давай веточку здесь воткнем. Вытаскивай шланчик. Потом переставим. Вот так вот затыкаем березовой веточкой. Потом переставим. А эту сейчас снимем. Она уже полная у нас. Сейчас отвяжем. Вот пятерка набралась. А это если бы не упалась, конечно. Ну ладно. Здесь тоже надо веточку воткнуть. Так, веточку березовую. Он еще идет. Ну так, не сильно. Да сейчас я вот нашел. Так, где она? Вот она, да? Угу. Все. Вот так вот заживим ее. Все, ребята, отключаюсь. Дождяра. Птички поют. Но дождик разошелся опять. Пошли мы до дому, до хаты. Всем пока. Набирайте березовый сок, пейте. Очень полезно. Отключаюсь, дождик идет.